Всем привет, ребята! Ну что ж, мы с Красношам нашим отправились почти на разрушенную станцию возле Луны. С Луной уже что-то явно не так. Она там дымится, ребят, поэтому нужно быстрее отсюда убегать и побеждать всех квадратов на своем пути. Я чувствую, в этой серии вы увидите нашего нового босса. Это еще будет тот монстр. Поэтому поскорее... Поскорее побежали и соберем оставшиеся звездочки. И вот так вот, вот сюда побежим, да? Супер. Оп, вот это у нас тут головоломки. Мы с вами выполняем прямо какие-то трюки. Бац. Есть. Улетели. Так, улетели мы, прилетели. Ай, споймал меня этот зеленый злодей! Что ж ты мне все испортил? Ну давай, взрывайте, взрывайся. Ку-ку. Так, этого монстра мы тоже прошли. Флажок. Вот так, вот так, вот так, вот так вот. Есть. Главное на стрелочку не попасть. А то летим мы в космос. Далеко, далеко. Хоп. И раз, два, и три. И вот он наш проход. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й
Так, хорошо. Не будем спешить. Вот здесь вот так. Оп. Вернулись. И флажочек. Теперь, если мы даже вот так упадем, мы появимся возле флажочка. Это наше такое сохранение. Фух, успели занять. Босс! Отправляемся к боссу тогда. У-ху! Опа. Так. Что это за монстр? Почему у него мигают глаза? Это ты что ли решил? Ну а тебе. Ай! Это он решил подорвать нашу землю. Получай мигающий глаз. На тебе еще раз. Злодей ты такой. На тебе. Так, и че, куда это он делся? Ой-ой-ой. Что? Ну и почему эта штука не работала? Странно. Там же можно было все пройти. Слабаки, что ли, открыли. А-а-а, лапнул меня! Мигающий ты глаз. Это подрыватели, ребята. На тебе. Нет, да ну хватит меня ловить. Отстань ты. Получи. Ого. Все, сейчас я его пройду. Он, конечно, шустрый злодей еще тот. Давай, давай, ты меня не споймаешь. Хоп. Так, мы его почти победили, ребята. Бабах. Ха-ха, не словил. Так, 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 так. На тебе победа! Нет! Пошли вон квадраты! Теперь у нас станет снова круглый бубулик.